Так, скажите, знаете что, хотел спросить, а вообще продажа на вынос продукции разрешена? Ну, вообще, да. Вот вы сейчас, на, то есть можно, да, то есть на разлив образно. То есть не обязательно мне у вас употреблять, могу я домой пойти с ней? Ну, да. То есть вас ничего не запрещает это делать, да? Мне никто ничего не говорит. Главное условие закушать, это осуществить употребление на месте. Вы позвоните в экстренную службу 112. А тут продажа алкоголя незаконно осуществляется. Так, как вы тут адрес? Гоголя 47. Улица Гоголя, дом 47. Полиции тоже выгодно, чтобы было меньше алкоголиков, было меньше пьяней на улице. Возрастает преступность, возрастает какие-нибудь там бытовые несчастные случаи. И тот же самый там неадекватный родитель может как-то и дома себе неадекватно вести. Как понять, что здесь? Для потребителя вообще никакой информации. Да. Я вас хочу предупредить, если это видео будет выложено в сеть, оно будет выложено в сеть. Ну, потому... А почему? Потому что. Вы знаете, я предупредил. Нет, вам... нет такого закона. Можете сослаться на закон, который нет, запрещает нам это делать. Слышали что-нибудь о законе, который запрещает рекламу алкоголя? Вы слышали? Я вам вопрос задал. Вы слышали? Как вы считаете, вот здесь что-то есть запрещенного? Ну, посмотри, документы проверим. Нет, заявление это, писать. Да, будем писать. Просто ваше видение хотел сразу объективность вашу оценить. Мое будет видеть согласно законодательству действующего. То есть проведем проверку, проверим, примем законное решение, обоснованное. Ну, то есть о законе, который запрещает рекламу алкоголя, вы... Слушайте, да. Почему вы изо дня в день ходите мимо и не принимаете никаких действий? Ждете, когда это сделаем мы? Я же вам объяснил, проведется проверка. А чего он без нас не проделал? Год-два назад чего никто не проделал? Почему никого не слушает? Вы прямо сейчас готовы сразу сказать, что здесь незаконно? Конечно, да. Живое пиво. А я думаю, что нужно провести проверку. Почему вы не проводили проверку раньше? Чего только сейчас? Откуда вы знаете, что мы не проводили проверку? Вы как это можете судить? Хорошо, объясняю, как вы задали вопрос. Судя по тому, что идет незаконная реклама пива, убежден, что вы не проводили никаких проверок. Потому что если бы была бы, если бы была бы проверка, то вы бы эту рекламу убрали. Все, скажите, хорошо. Пожалуйста, что с вашим головным убором случилось? Это зимняя форма одежды? Нет, он упал, у меня испачкался. Закон о полиции позволяет вам? Нет, он не позволяет, но я еще раз говорю, у меня... Упал головной убор и испачкался, ввиду чего я не мог владеть. Ну а что ж шапки с вашей? Ну так видишь, постирано все. Ой, ну это зимняя форма одежды. Вы ж Николай Николаевич как? Это сейчас зимняя форма одежды такая, скажите, это пожалуйста. Это внесезонная форма одежды. Я участковый, имею право ее носить. Не, я просто, я ж не знаю. Вы ж Николай Николаевич... еще секундочку, в интернете спрашивают про жетон, где... Жетон? Объясните людям, вообще жетоны должны быть. Во-первых, я это не должен никому объяснять, но лично для вас, Николай Николаевич, я готов объяснить. Жетон участковым полномоченным. Жетон участковым уполномоченным одевается только на наступление охраны общественного порядка. Это не для порядка. Меня, это люди. Ну вы просите. Все, я просто для людей. Я, да. Я поняла, вас нарушили статью 16-171 федерального закона. Обязательно я поняла. О нарушении рекламы алкоголя. Давайте тоже. Мы ваши претензии выразим в качестве заявления. Обязательно. Александр, давайте. Мы именно так и хотим. Заявление для того, чтобы нам могли... Чтоб было понимание, скажу так, мы не против того, кто хочет выпивать. Да ради бога, выпивайте. Мы обращаемся прежде всего к тем предпринимателям, депутатам, которые данный законопроект лоббируют, как сказать, проводят у себя там в заметках. Обратите внимание на рекламу. Реклама алкоголя вообще запрещена. Полиция бездействует. Проводили опросы в соцсетях и в актуальном Курске, и много где проводили, где люди непосредственно голосовали. Было несколько вариантов, чтобы они выбрали. То есть один из вариантов запретить продажу в многоквартирных жилых домах любого алкоголя. Практически 80% высказались против продажи. То есть хочу этим сказать, что это не только наше видение и мнение, что продавать здесь нельзя. Это мнение большинства людей нашего города.